Приветствую вас, мои дорогие друзья. Сегодня суббота, 20 августа, и мы с утра пораньше с внучкой идем в бассейн. Но она уже с утра кушает что? Кушает киндер. Но это не киндер, а это турецкая производитель наподобие киндера. Вот сейчас будем открывать и смотреть, что там в этом сюрпризе. На, смотри. Покажи нам, что у тебя там. Скоро. Так, конечно, надо подзаправиться топливом, прежде чем пойти в бассейн. И это что-то сладенькое. Мы идем по парку в квартале Славейков. Здесь кто-то сидит на лавочке, пенсионеры, кто-то гуляет с собачками. Вот, а я вам всем желаю приятного дня. Буду вам показывать сегодня, как мы проводим субботу. Район Славейков большой и современный. Здесь находятся вот такие здания новостройки, очень современные, на первом этаже которых находится медицинская лаборатория «Лина». Это сеть известных медицинских лабораторий в Бургасе. Во втором здании находится мебель известного в Болгарии производителя «Виденов». Дальше офисное здание, тоже современное. А вот в этом первом здании находится медицинский центр «Глазной». И, конечно же, Славейков известен тем, что здесь находится один из крупнейших моллов, торговых центров в Бургасе, молл-галерея, где расположены все известные брендовые бутики. Вот он вдалеке виднеется. Посмотрим немножко за тренировкой. Вот она уже плавает, и тренер говорит, без пояса. Сегодня погода, хотя и жаркая, но легкий ветерочек придает такую нежную прохладу. И после занятий по плаванию мы пойдем в молл-галерея. Внучке очень хочется гамбургер. Ну как же отказать ребенку? Конечно же, пойдем. Говорит, что гамбургер очень вкусный. А я себе любимый филе-о-фиш заказала. И в детском наборе вот есть игрушка. Есть Cinema City. Мы решили пойти в кино. Ребенок очень доволен. Посмотрим, какие фильмы есть. В общем, пришли в кино, взяли билеты. Называется «Миньоны» какие-то 3D. Выдали нам очки издалека. Покажи, вот такие очки нам выдали. А еще нам дали 2 билетика, и мы в них выиграли бесплатный билет, и еще можно пригласить друга, и второй билет будет со скидкой. Вот так классно, так что мы идем в кино. Вот как раз реклама этой акции. Посмотри фильм и возьми на скретч-карты какую-то награду. Кто что выигрывает. Мы выиграли максимальную скидку 50% и один билет бесплатно. Внучка вытащила 2 таких счастливых билета. Классно, правда? А я даже не обратила внимания, оказывается, одни очки взрослые, а другие детские, маленькие. Вот как интересно. А фильм-то на болгарском. Но внучка говорит, будем учить болгарский. Кино понравилось? Да. Да, и мы даже взяли на память очки. Фильм классный. Во, насмеялись. Во. Так работают поливалки. И нам, конечно, захотелось поплескаться в водичке. Ну, холодная вода? Вон какой фонтанчик. Да, ребенку хочется плескаться.
Играем в салон красоты настоящий. На маникюр пришла моя внучка. И мы ей делаем наклеечки, ноготочки. Ну как же, бабушка-то ведь мастер маникюра. Она и ноготочки должны. Она делает очень красиво. Вот, внучка говорит, что я делаю очень красиво. Бабушка, можно цветной порезать его? Какой цветной вы хотите? Хорошо. У нас остался еще один ноготочек, мизинчик. И мы хотим еще красивую наклеечку. Вот она. Ну что ж, что не сделаешь ради любимой внучки? Клиент очень доволен.